Привет! Сегодня обзор китайских замков. Ну, замков в китайских дверях обычно стоят часто вот такие замки. По краям у них не посередине, а по краям ригель. Видно по ключу. И вот такая двухсторонняя импрессия. Импрессия комплектуется стандартными иглами на одну сторону. Но если использовать вот такие вот коротенькие иголки, можно зарядить импрессию с двух сторон, вот как сейчас. Единственное, не очень удобно, приходится второй ряд вот вставлять вот такими вот плоскогубцами с тонким носиком. Ну, все равно это не очень сложно. В китайских дверях такие стоят, и стоят, значит, замки бывают на 2 оборота, бывают на 4 оборота. Вот на 4 оборота будет очень удобно использовать двухстороннюю импрессию. Кстати, видно визуально, если обратить внимание на посмотреть на скважину, она немножко уже, вот так меньше. Это может означать, что стоит именно вот такой замок типа мастер-лок. У них разные названия. Вот этот называется ПАЛ, есть ФУАРО. Ну, много, в общем, названий. Ну, замок имеет один и тот же размер ключа. Очень быстро первый оборот. Дальше, не вынимая импрессию, открываем второй. Также второй оборот. И уже третий и четвертый. Вот у нас полностью отпечаток ключа. Прессия работает как ключ. Цена на двухсторонние импрессии будет на сайте, ссылки, телефоны. Все будет на видео. Пока.